Привет, меня зовут Лена, и я постоянно все крашу, пилю и переделываю. Много лет я создаю вещи, предметы декора, мебель и многое другое своими руками. А еще даю вторую жизнь старым вещам и переделываю товары из масс-маркета. Но чтобы придать им уникальность, я никогда не покупаю то, что можно сделать самостоятельно, ну или переделать. Еще и с минимальными вложениями. Моя квартира – это как холст, на котором можно воплотить любую идею. А если что-то пойдет не так, то все можно перекрасить. Да, и краску для этого тоже можно сделать самостоятельно. В своем блоге я с удовольствием показываю, как можно из простых вещей сделать стильные предметы интерьера. Делюсь бюджетными идеями, находками по ремонту и декору. А еще секретными рецептами и техниками. С теми, кто так же, как и я, любит делать жизнь ярче своими руками. Здесь мы вместе красим, клеим, пилим и просто кайфуем от полученного результата. Конечно, безумно приятно и трогательно получать сообщение, что я вдохновляю на творчество и переделки. Значит, мои советы и идеи действительно полезны и интересны. Спасибо большое. Творчество помогает отвлечься от повседневной суеты и сделать пространство вокруг уютным и теплым.